Друзья, всем привет! Сегодня нахожусь в городе Орландо. После своего двухнедельного отпуска приехал в компанию писать кое-какие документы и получил уже груз, который идет из Флориды на Пенсильванию и обратно. Так что сейчас делаем PTI и выезжаем. Погнали делать PTI! Итак, PTI готов. Машину я проверил, все в порядке, все технические жидкости, все на месте, все работает. И я готов выезжать, едем за грузом. IFZ003914. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Ну все, можно ехать работать. Так, друзья, я загрузился. Точнее, приехал, забрал груженный трейлер и уехал. Потратил много времени, не получилось там особо много там поснимать, хотя хотелось. Объясню почему. Потому что, когда я стоял в очереди на регистрацию там, на фронт-деске, впереди меня стоял парень. И у него был очень плохой английский, прям от слова совсем. И диспетчер у него спросил: ты куда едешь, в Нью-Йорк? В штат Нью-Йорк или в штат Пенсильвания? Он говорит: окей, окей, окей. Забрал документы и испарился. Я подхожу, даю свой пикап номер, ну, регистрационный номер, по которому меня должны были загрузить. И он мне говорит: ты видел вот этого парня? Я говорю: ну да. Он говорит: только что ушел с твоими документами. Я говорю: слушай, твоя ошибка. Не моя, но разбирайтесь сами. Вот. И был риск того, что я вообще останусь без груза, либо как-то это все же решится. И на мое счастье, ребята были настолько медленные, что они просто не успели уехать с территории. Это почта, огромнейшая территория, и еще, к моему большому счастью, наверное, трейлер, который вот сейчас у меня, он был не готов. И они приехали его цеплять, им надо было подождать, пока его отдадут вообще, в принципе. И в итоге, тем самым я выиграл время, нашел этих ребят, сказал: короче, ребят, вы тут, короче, напутали, езжайте, разбирайтесь, мой трейлер, отдайте мне его и до свидания. Вот, в итоге, я с трейлером и едем в Пенсильванию, так что мне хорошей дороги, шершавенькой, вот, а вам хорошего просмотра, погнали! Только что проехал знак. Весовая станция открыта. У меня транспортер не сработал почему-то. Так что едем на весы, наверное. А может быть нам сейчас дадут просто... на проход стрелочки. Сейчас посмотрим. Ограничение скорости 45. На подъезде 45 миль в час. Это 70 км в час. Только что нас сфотографировала куча камер. Держу дистанцию специально, потому что сейчас будет на дороге такая полосочка. Это предварительные весы. И по ним они поймут, тяжелый я или нет. И когда обычно легкий, то дают на проход стрелки. То есть на весы заезжать не нужно. Ну, собственно, как и мне сейчас. То есть вот левая полоса, она на проход, ограничение 45, а направо, получается, уходит вот дорога, и она, там дальше идет развилка,
это непосредственно уже на весы. Так выглядит весовая станция. И буквально сейчас через милю, две, будет еще одна проверка. Называется агрокультур. Там ребята занимаются тем, что следят за перемещением животных, кормов, цветов. Ну, всего, в общем, такого животного происхождения. Мы везем посылки, так что... Им этот груз не интересен. А, допустим, когда перевозят животных, неважно, коровы, птица, лошади, то они всегда останавливают, проверяют документы, проверяют сертификаты на прививки и там, и, короче, кучу документов. А вот и знак Agriculture Inspection, 1 миля. Посмотрим, сейчас работает транспортер или нет, мне вот просто интересно, или он у меня не рабочий вообще. Транспортер — это вот эта вот беленькая штучка, которая висит у меня на стекле. Кстати, не сработал? Он должен был запищать, и должна была загореться красная лампочка. Обычно здесь проезжаешь очень быстро. Ну, замедляешься до скорости ограничения. И опять-таки, повторюсь, если не перевозишь животных там или вот какие-то корма или что-то подобное там, то тогда просто машут рукой, там человек сидит, инспектор, машет рукой, проезжает, даже не останавливаешься. И все, проезжаешь и едешь дальше спокойно. А если проскочить все это дело, то тогда вот справа вот машинки стоят. Они очень быстро догонят. Заберут документы, заставят вернуться, вызовут DOT, инспектора. В общем, будет много проблем. Он взмахнул рукой и сказал: поехали. Я им не интересен, как и говорю. Так, впереди Стелла. Стелла штата Флорида. Она очень красивая, ночью очень круто светится. Она нам говорит: спасибо за то, что посетили. Возвращайтесь. Ну все, погнали дальше. Сделать брейк 30-минутный, перерыв, немного погулять, отвлечься от дороги, вышел на улицу. Как-то уже показывал я, как перевозят и как паркуются на ночь оверсайз, ну, не габарит. Вот стоит, перевозит экскаватор. Он слишком широкий, чтобы запарковаться на обычное парковочное место, поэтому стоит таким образом, и их никто не трогает. А если будешь парковаться на обычном траке вот так, то могут попросить. Но, в принципе, вот этот тракстап, я знаю, что здесь, ну, не трогают. И, кстати, вот таких вот ребят очень полно на заезде. Те, которые ленятся проехать вглубь тракстапа, хотя есть свободные места, немного, но есть, паркуются таким образом. Тем самым мешают заезжать. Большой тракстапчик в пригороде города Шарлотт, Северная Каролина. Сейчас заварю себе кофейка в дорогу, что-нибудь быстро перекушу и поеду дальше. Впереди еще 460 миль, меня там ждут, надо ехать. Ночка обещает быть долгой. Итак, мой перерыв закончен, 30 минут прошли, и я готов выезжать дальше. Кофеечек налил. Завтрак, обед, ужин уже сбился со счету или по времени, в общем, употребил.
и готов ехать дальше. Вы со мной? Ну тогда погнали! На тракстапе сонное царство. Но мы-то знаем с вами, да, что сон для слабаков. Так что едем дальше. 460 миль, 7,5 часов. И я в Пенсильвании. Но не думайте, на этом наши приключения не заканчиваются. Мы туда приезжаем. Сбрасываем трейлер груженный. Забираем другой трейлер. И едем обратно во Флориду. В Джексонвилл. Откуда, собственно, и начался наш путь. Наши приключения. Двигаемся к выезду, заезду. Он же выезд, он же заезд. И вот те самые лентяи запаркованы. Смотрите, каким образом, а? Вот здесь вообще три трака стоит. Вот они. Три в линии. И они мешают. И сейчас я вам покажу, каким образом. Вот едет трак, и я еду. Если бы вот этого не было, то он бы проехал, а ему надо останавливаться. Вот. Получается такой небольшой затор. И работники тракстапа могут абсолютно спокойно подойти и попросить человека переехать в другое место. Любите ездить по ночам? Вот я очень люблю, мне нравится. Ночь, музыка, дорога. Лучший психолог. Время 7 утра, я пододел кофточку, не зря, на улице плюс 8, свежо. Я добрался до Пенсильвании, благополучно сбросил трейлер, зацепил уже другой, взял с собой датчик для проверки давления в шинах. Сейчас проверяю давление, пробежался вокруг, посмотрел. Трейлер, конечно, такой, видавший виды, но как бы он пустой, мне надо его увезти обратно в Джексонвилл, во Флориду. Это 816 миль. Так что сейчас проверяю давление и выезжаем обратно. Такой прям, не первой свежести вообще трейлер. Я думал, новый дадут. Ну ладно. Колеса на месте, колеса накачаны. Эту сторону уже проверил. Прям такой, хорошо видавший виды. Впереди вон там диспетчерская. Я туда сходил. Собственно, там начальник и распорядился. Сказал, чтобы я забирал вот этот трейлер. Все в порядке. С давлением во всех колесах. Ну все. Можно ехать. Все, выезжаем с почты. Америке почта, это, я не знаю, равносильно какой-то военной части. Сюда заехать, ну, тяжеловато, так скажем, и выехать.
то же самое. Везде контроль полный. Trailers ME CZ 467537. Yeah, it's IMT. Jacksonville, Florida. Yes, I have. It's one second. PX322 UK. What's it? My last name Rychkov, Rychkov. Four 7 9 1 2 5 3 3 0. Thank you. Bye. Вот и все. Сейчас охранник подойдет, скажет, что я могу ехать, и поедем. Не могут без меня. Вот и все. Охранник открыл двери, а закрыть не смог. Зовет меня, говорит, слушай, закрой двери. Я, говорит, не могу, не умею. Я говорю, ну ладно, так и быть. Закрою. Спасу тебе жизнь. Вот. Ну все, едем обратно в Джексонвилл. Хотел сказать в Джорджию. В Джексонвилл. Okay, sometimes shit don't work. She know me, but I don't know her. Cocaine in her nose, cause she don't blow perp. No pain, snort coke, so she don't feel hurt. Yeah, I rewrote this verse, cause we broke up, love songs is a curse. I got a lot to gain, but I put us first. You don't trust me, and that shit just hurts, yeah. I thought that you really, really loved me, but it's alright, yeah. It's alright now. Так и так, друзья мои, вы в жизни догадаетесь, где я сейчас нахожусь. Три попытки. Ладно, ладно. Нахожусь я, в общем, под кабиной своего грузовика. Что я тут делаю? Здесь-то комфортно, грязно, пыльно. Вот. А, собственно, ехал я и услышал звук посторонний. Это как раз-таки о том, как важно, наверное, слушать больше машину, а не музыку в машине. Так вот, услышал я такой звук скребущийся, как будто бы. Ну, я подумал, мало ли, где-то там на полочке что-то где-то куда-то завалилось, упало, и там где-то вот этот звук производит. Вот. Но с этим звуком я ехал недолго. Был тракстап, и я думаю, дай-ка я заеду, посмотрю, что это. И я офигел. Короче, у меня крепление бака лопнуло. Он стоит на месте за счет того, что там есть еще одно крепление. Вон там дальше, короче. Что я сделал? Я пошел, купил страп. Два. Один был большой, ну, второй чуть-чуть поменьше, но тем не менее. Как бы он выдерживает... Вот этот желтый выдерживает 1500 нагрузку, а вот этот оранжевый, который я уже зацепил, он выдерживает 2000 килограмм нагрузку. Идея такая. Короче, зацепить, зафиксировать, чтобы он никуда не делся, и поехать дальше. Ну, в смысле, на сервис. На сервис. Так я ездить не собираюсь, это просто как бомба замедленного действия. И я, короче, думаю, а вот если бы я сейчас был такой вот меломан, хотя каковым, наверное, и являюсь, ехал бы, слушал бы музыку себе спокойненько, а это все дело бы у меня тут по асфальту бы скребло, и потом вот эта вот бочка с топливом грохнулась бы на дорогу. Я даже боюсь представить, что сейчас было бы. И, короче, я думаю, что блокбастер бы вот больше бы вам никто не снимал, наверное. Фу, ну, слава богу, все обошлось. Я, короче, неполадку эту нашел. Сейчас я это дело быстренько здесь все завяжу. Покажу вам и поеду дальше. Я не знаю, но это, наверное, нормально, когда когда владелец трака, owner-operator, да, имеет вид лихой, придурковатый, короче, вместо сна он просто чинит свою колесницу. Это просто... У меня уже просто сгорели все нервы, которые могли сгореть, и мне уже нормально, мне уже хорошо. Я сижу под кабиной, и мне замечательно. Но, короче, что я хотел показать.
меня есть коврик для фитнеса. Вот он послужил такой подушечкой, так скажем, для кронштейна, чтобы он не упирался в бак. Получается, два стрэпа. Натянул как следует. Оранжевый пустил поверх крепления. Вот. И зацепил, получается, крюками за раму. Таким образом. И снизу. Тоже видно. Вот они. Раз и два. То есть, по идее, ну, никуда они деться не должны. И пустил вокруг бака. Таким образом. Оранжевый стрэп смотал. И сейчас у меня есть пластиковые хомуты. Зиптай называется. Я сейчас это дело все тут скручу аккуратненько, чтобы это никуда не улетело. Ну и вот с желтым сделаю то же самое. Короче, ну, я думаю, что ситуация проста. Надо будет 4 этих хомута, по 2 на каждом баке, просто поменять. И все. И все будет нормально. Вот зато покажу, как выглядит трак. Как выглядит трак под кабиной. А я еще еду и думаю, серия какая-то скучная получается. Что такое? Приехал груз, забрал, увез его, еду, везу пустой трейлер обратно, в принципе, и все. Думаю, сейчас заеду на сервис, масло поменяю, покажу вам и расскажу, как масло меняют в Америке. А тут вот раз, бац, и контент подъехал. Круто, да? Вот я специально этого вообще не делаю ни разу. Вот, оно само как-то так получается. Так, давайте-ка я вам покажу, как я туда залез, под этот трак. Я разобрал боковинку одну. А вторую снять не смог, которая сзади, ну, вот эта вот, следующая. Потому что она прикручена изнутри. И, ну, либо я, короче, чего-то не знаю. Вот, я ее разобрать не смог. И в итоге, короче, я залез с той стороны, получается. Сейчас я покажу, как это было. Как это дело выглядело. И самое главное, классно, что у меня есть все-таки инструмент с собой. Потому что если бы не было бы инструмента, то я бы, не знаю, сейчас звонил бы какому-нибудь механику и говорил: «Эй, Боб, WhatsApp, I need help». Что-нибудь такое. Вот. А сейчас, как бы, я думаю, что вот этих ремней мне хватит вот так. И поедем дальше. На этом приключение не заканчивается. Привет, привет. Вот. Ну все. Короче, хорош болтать, надо собирать и ехать. Ну, собственно, вот как-то так это и было. Так, проверяю сейчас еще разок. Ремни. Бак стоит на месте, потому что здесь есть крепежная такая пластина, она выполнена в виде так полукруга. И, короче, он на месте. Он никуда не двинулся, никуда не упал. Топливо здесь уже где-то половина примерно. Вот, так что заправляться, да заправляться я не буду. Я так поеду. Вот, ну, вообще, на самом деле, я думаю, что вот это... достаточно неплохое решение. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Вот. Интересно будет почитать. Кстати, диванным комментаторам привет, которые говорили, колеса не умею менять, руки там боюсь замарать. Ну да, перчатки. Ну ладно. Вот. Ну, зато, короче, вы не правы, ребят. Собственно, сейчас я беру жгутики вот такие пластиковые. И мне надо закрепить вот эти две катушки, которые, ну, вот ремни, которые я свернул, чтобы они никуда не улетели. И все, собственно, собираем обратно все, и я готов ехать дальше. Короче, ну, лайкосик за контент, да? Так, все, я закончил. Все закрепил, натяжку проверил. Ну, вроде как должно держаться. А на самом деле не знаю, как будет. Посмотрим, в общем. Эксплуатация сейчас себе покажет. Сейчас это дело быстро собираю и выезжаю. Собственно, все. Okay, sometimes shit don't work. She know me, but I don't know her. Cocaine in her nose, cause she don't blow perp. No pain, snort coke, so she don't feel hurt. Yeah, I rewrote this verse, cause we broke up, love songs is a curse. I got a lot to gain, but I put us first. You don't trust me, and that shit just hurts, yeah. I thought that you really, really loved me. But it's alright, yeah, it's alright now. I feel like nobody
починил бак, точнее крепление. Я отдохнул и поехал, короче, дальше. Но я же не могу без топлива. То есть он не может без топлива. Поэтому заехал и заправился. Проехал я с того момента, в общем, уже порядка 250 миль. Все хорошо. Полет отличный. Так что позвонил на дилерскую. Завтра буду, ну точнее сегодня ночью, буду в городе Джексонвилл во Флориде. Позвонил ребятам, спросил, говорю, у вас есть такие крепления? Вот такое крепление мне надо. Они говорят, да, есть, приезжай, стоит $43. Понятно. Что хотел сказать, что полный бак весит порядка около, если округлить, 1000 фунтов. А два стрепа, которые я поставил, они выдерживают нагрузку в 6500. Так что у меня все там с запасом. Так, буду ехать, буду останавливаться, посматривать. Вот. Но по пути останавливался, смотрел, сейчас только что проверял, все хорошо. Так что я думаю, проблем уже больше быть не должно. Я думаю, хватит в этой серии приключений, да? Вот, ну ладно, поехали дальше, время не ждет. Так, я добрался, в общем, до Джексонвилла. Сейчас мне нужно сделать звоночек диспетчеру и узнать, куда же мне надо вставить трейлер. Sir, do you know what's wrong? Nobody answered. Говорят, пользуйся своим сотовым телефоном, тогда, друзья, я сейчас вас отключу. Так, друзья мои, миссия выполнена. Трейлер доставлен в целости и сохранности. Вот, документы подписаны. И это значит, что я свободен на сейчас. И какие планы на сегодня? Сегодня у нас пятница. Значит, мне сейчас нужно съездить на дилерскую, загнать свой трак на сервис для того, чтобы поменять масло, фильтра. Вот, и заодно купить вот этот самый кронштейн, стрэп называется, да? Стрэп, клэмп, то есть как угодно. Вот, каждый называет по-своему. Так что сейчас едем менять масло. Но получится нам поснимать или нет, я не обещаю. Итак, резкая смена кадра. В общем, я приехал на дилер. И прежде чем я к ним поехал, я им вчера позвонил и спросил, ребят, а возможно масло поменять? Нужен для этого appointment, запись, там, я не знаю. Нет, приезжайте. Просто в порядке живой очереди. Хорошо. И в итоге я приехал, и они мне говорят, 5 часов ожидания. 5 часов ожидания, пока очередь дойдет до моего трака. Я говорю, ну, ребят, нет. Я не готов, так не работает. Вот. И, в общем, я купил то, что хотел, этот хомут, крепеж для топливного бака, который у меня вчера сломался. Вот. Стоил он не $43, как они говорили, а 120. Ну, окей, ну зато там такой прям мощный кусок железа. И также я купил уплотнительные резиночки, сейчас я вам все это дело покажу. А также я открыл капот, и неспроста, сейчас расскажу. Инструмент, который меня выручает, какой-то у меня наборчик. Вот такой наборчик. А вот то самое крепление. Короче, выглядит как лист рессоры. Вот так все это дело выглядит. Ну, $43. Я просто на него посмотрел и подумал, что ну не может оно стоить $43. Вот. Так. Одной рукой я его не положу назад. Поэтому мы его кладем сюда. Вот оно крепление. А также я взял сразу свежий набор крепежных болтов. И также я взял уплотнительные резинки, которые
которые ставятся вовнутрь, вот сюда, чтобы ничего не брякало. Так вот, открыл капот. Открыл капот я почему? А потому что я столкнулся с такой проблемой. Когда мы поворачиваем, ну, используем указатель поворотов налево, то есть он работает, ну, стандартно, нормально. А направо он мигает быстро-быстро. Казалось бы, причина — лампочка неисправная, да, где-то не горит. Так вот, лампочки все везде горят. И сейчас у меня получается на траке лампочки мигают. Мигают. Ну, там сзади тоже мигает. А на трейлере нет. Короче, это реле. Если вдруг у вас фридлайнер, и вы столкнулись с такой проблемой, то могу сказать, 100% проверяйте. Либо это будет предохранитель, либо, как в моем случае, это будет реле. Находится все это дело под капотом. Вот он. Так, убирайте вот этот сливной шланг. Просто от какого-то пылесоса. И вот получается блок с предохранителями. Значит, вот эти два 20-амперных предохранителя отвечают за повороты. И также реле, вот это, отвечает за левый поворот, а вот это верхнее отвечает за правый поворот. Вот. Реле я купил. Сейчас поменяю, и будет мне счастье. Вот так она выглядит. Вот из-за нее такая проблема. Итак, старая релюшка. Сейчас я ее сразу выкину, утилизирую. И вот поставил новую. Вот она стоит. Идем проверяем. Все, направо работает нормально. Налево работает нормально. Вот такие дела. Вот, ну а я зацепил в свою очередь уже трейлер, жду следующий груз. Но это будет уже совсем другая история. Так что всем спасибо за просмотр. Благодарю за лайки, комментарии. Всем огромной удачи и пока.